Биджей Бляшкович представляет. Ну еще бы, это ж ведьмачий меч. Ага. Только потом будут очень толстые такие, вначале в черных костюмах, а потом вообще без костюмов, и такие заросшие прям. Вот это действительно будет пиздец. Это потом. Так, это снаружи, по-моему, с улицы. Сейчас я прибегу. Первый, да? Да, снаружи. Блин, наоборот, я, сори, внутри попанул, да, внутри. Здесь я, видите, где я? А, сейчас. О. О, борода. Ищи, где деньги, Вася? А, я помню эту миссию. Три гопника поперлись. Такие. Ага, есть чё? С мечами, мачете и голуном. Любой бы обосрался. Бедный дедушка. Угу. Микаса, сукаса, как он, что он сказал про мою маму? Слушай, серый, а ведь... Блин, ты в скайпе у меня и в игре одновременно. И когда ты дублируешься, это, знаешь, как было? Ой, Серый, ты освободил для всех, да? Да. Утро смог зайти. Когда наступит ночь, по-любому Хантер нападет. Поставьте все в список своего снаряжения. Фонарь ультрафиолетовый. Но по-любому должен быть. Без него нам крышка. Блин, мой мачете слишком слабый, я не могу прорубать толк. Надо тоже взять меч. Так, а где он? Так, вон туда надо. Вот сюда. Да. Я помню, тут этот был. Еще зомбак будет какой-то в местах. Курьера. Такая херня ваншотит. И очень часто ты путаешь его с обычным зомби и бьешь. И помираешь. Я как раз 5. Чаще всего кто, наверное, от этого умирал. Ну это разрушитель. Yes. А разрушитель это кто? Это бывший военный, военный снаряги. И он мутировал гигантского такого монстра с двумя большими руками. Чем фишка, чтобы убить его, вначале нужно снять его броню. А его броня это бывший костюм спецназа. Ты должен вначале снять его защиту, а потом его убить. Угу. Ооо. Мать.
Блин. Если выйдет, что кто-то к нам присоединяться начнут, то 90% будет охотник. Не бейте его. Ай. Окей. Пофиг, ребят, побежали. Угу. Спрыгнем с моста. Как раз рядом с рыбацким поселком. Да. Помню. Как назад смотреть? Букву Б на Б, по-моему. Черт, я же бежать не могу так долго. Я тоже. Уже выдыхаюсь. Блин, я вас прикрою, чуваки. Ой, добежал. Вот сюда прыгать? Нет, рано. Ой-ой-ой-ой, это не контакт. Бежали еще дальше. Ой, мамочки! Метро. Его вылетай, его зажал, да? Да. Полечиться надо бы. Все, у меня ультрафиолета, походу, метро нету. Что-то я его ищу тут. Иди. Я не могу его найти. Так, все. Вперед. Иду. Мама. Нет, так, вот рыбацкий поселок. Нам нужно чуть-чуть дальше еще пробежать, чтобы спрыгнуть. Чуть-чуть не считается. Ай, ну так, ладно. Все, уже можно. Ну все, с Богом. О, хорошо. Долгий путь вниз. Летит целую секунду. Угу. Так. Меня подождите, пацаны. Ой, взрывалка опять сторожа. А тут зомбаки, по-моему, в этом поселке, дофига. Тут на вход обеспечить, бла-бла-бла. Ну чё? Очищаем деревню. Так, дверки закрыли, надеюсь. Ага. Так, я у меня... Двери. Вот. У меня и достиг все. Какой-то. Ща я вкачаю тут что-нибудь быстренько. Чё, блин? Выживаемость. Так. О, кошка. Ну давай. Навык это. Мы Дмитро ждем. Ага. Дмитрович, давай поговорим, а потом тоже вкачаем. Да я уже вкачал, сейчас. Все. Я уж быстренько. Как быстрый Гонсалес. Как молния. Ну да. Эта баба выбежит и видит нас всех троих. Сразу видно, у кого есть. Ну или сразу видно, кто любит выбнуться. Ага. О, погнали. В жопу, Костя. Блин, тут как-то не выпрыгнуть, наверное. Вот так. Ага, точно. Ночью не по-любому полные будут. Хорошо. Слушай, Серый, а ты разрешил, чтобы зомби вторгался?
А по-моему, тоже это можно настраивать. Ну, по-моему, там это настраивается к доступу в игре. Но они могут выпрыгаться только ночью. Ну да, но как я вот играл с Олегом, я говорю, которому 47 лет, вот каждую ночь, как только наступила, сразу дрогал сходу. Посмотри еще раз настройки сети и посмотри там, есть ли зомби. Вот тогда ты должен меня, мать твою, спасать. Полетаю. Вот так вот, нахуй. О, у меня уже для кафта есть еще какая-то хрень. Ну-ка. О. 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 Напали на топового. О, как. Батарея. Какой агрегат. Блин, ну так, эскейп. Параметры. Сети. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это не смешно. Разрешает вторжение на ночных охотников ночью уже выставлено. А, ну все хорошо. Так, полечусь быстро. Там где-то. На. Еще один. О, у меня сила еще тут. Потом вкачаю. На. Так, здесь, по-моему, как я понял, не пройти, нужно обходить. Давай, аэродроп. Ой, завтра будет болеть. Блин, для такой банды всякие вылетают, это херня какая-то. Ну да. Банда гопников. Рома, ты куда вылетел? Слушай, по карте нам до хера до этой переться намного ближе к переправе идти. Да давай в следующий раз подберем. То слишком большое круголение обратно придется делать. Если бы можно было через туннель пройти, то другое дело. Пофиг на стелс. Война! Эй. Эй. Чего? Мля. Скайпали? Мля. Нет. Ой-ой-ой-ой, здравствуйте. Я тут стрял. Я не знаю как. Черт, 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 черт. Еще полечусь. Что-то у меня аптечек мало осталось, одна, по-моему. У меня тоже надо будет просто делать. Да, надо скрафтить еще. У меня, по-моему, есть магля немного. Блин, не туда бежать. У меня топографический кретинизм. Лучше не стоит за мной бегать. Окей. Босс. Да как? Стоять. Всё, ой. Так. Офигеть, Сина мне 100 хп снял одним ударом. О. Опа. Если погоня достала, прими таблетку, достала. Все игроки. Требуется. А, простите, сейчас. Оу, я-я. А, блин, нажму на кнопку Б и все. О, все, телепорт. Деньги на бочку гони. Видите, Гоги?
Да. А. И чё это? Это типа кто-то вторгся? Нет, это просто нас тут обнаружено. Странно как. Бежим. Блин, да уже вечер, хули они еще ходят. Так. Качаю тут, что-то у меня еще появилось. Ну-ка. Че это? 5 очки силы быстрее, чем 10 секунд. А че, давай. Качаем. Так. Порядочек. Меня тут ставят. Опачки. Меньше шума, больше дел. Ночной воздух, все. Паркурс? Угу. У меня то же самое. Это что значит? Ну это что-то типа как ты день провел, по-моему. Там какие-то такие штуки. У меня был следователь, у меня была еще какая-то ерунда. Помню. Кстати, я не обращал внимания на такое. Интересно. Блин, фига вы удрали. Ну я же курил тогда. У меня просто я один, по-моему. Где... О! Гопники. За каким-то трудным ящиком. В башне у ребят антизин кончаются. Жалуется он. Блин. Там гопарь бежит. Голый. Зацените, кстати, херню у меня в руках. Я заплатил за нее 22 тысячи долларов. Охренеть. Это какая-то мачете катана? Это хитро выебанный турецкий ятаган. Так и называется. Хитро выебанный турецкий ятаган. Выеб? Да. А модифицировал я ее перком, чё суки не ждали? Красавчик. Так, тесачок чё у меня? Ещё и чтобы поменять. Во. Классная тема. Топор красивый такой, прикольный. Ох, как! Так, чё-то я отстал сейчас, догоню вас. Фига себе, чего-то я отстал, сидеть-то пару раз надо. Ну конечно, отстанет. Эй, это... А кто ж пентюх? Посердую машину. Капец. Он настолько брутален, что даже ночной хантер застал к нам заходить. Это странно, обычно дофига охотников, и мало кто с ними играет. Мы страшны, как ядерный взрыв. Я, например, за час только 4 раза смог поиграть. Ой, там плевака. Блюющий. Блюющий, да? Ай, сучка! Рома! Чё там? Взял у меня молотов, кинул. Ну, блин. Просто ты и мой молотов, это... Просто... Да, блин. Вот никто не попадает, кроме тебя, не знаю. Ой, блин, цель не успел нажать. Так, нет, тупой топорик. Вот это вот лучше. Оно мне больше нравится. О! О,
осторожно, впереди снайпер будет. Ну как снайпер, кемпер. Кстати, какой вот... кемпер еще? А, я вспомнил. Мы сейчас можем Дмитро автоматил добыть. Да-да, мы сейчас можем его подстрелить же. Минутку. Ага. А. Все, готов. Красавчик. О, Дмитро уже его шлепнул. Мне два раза повторять не надо. И как к нему добраться? А, вот. Все просто. Сейчас это здесь. Другой автомат. У тебя типа полуснайперка, а это вот чисто зажимать. Да-да. Хорошая штучка для лучше. Начала. Классическую литру, 35 мм. Побежали получать плату. Хотя я могу даже один добежать и вы потом топашнитесь. Давай. Рабочий топор, простой топор, изящный корейский нож. Ух как, блин, завтра будет болеть. У меня есть какая-то кувалда. А, у меня аптечки-то закончились. Вот чёрт, так что. Да. Так что я сейчас умру где-нибудь. Хотя я, в принципе, от Ромыча не очень отстаю. Вот он тут. Всех порешили. Угу. Красавчики. Так, ща выносливость чуть-чуть восстановлю. Все, нормас. О, мне кажется. Там тени, кажется. Че кажется? Вот тут просто рядом одна нычка, там где 4 пистолета лежат. А, ты мне обещал ее показать, и так и не показал, кстати. Говоря. Но я перепутал, это не то место. Просто похоже. Там тоже многоэтажки есть. А. Ух, какой дядя мне хотел завалить. А все, мы уж пришли, по сути, да? К этому же. К Айсе этой сметаниной. Зайти. Все, пришел. Ты пытаешься на Б, сэр. На шкалу там вынесли. Так, чё теперь куда? А, там прямо. Вот, всё. Панки хуй. Чё-то он подозрительный. Thank you.
Лидера какой-то. Не трогай меня! Прикончить было. Надеюсь, у меня потом предоставится такая возможность. О! Обращение с щитом. Ну, хочешь быть настоящим рыцарем? Да. Рыцаря, да. Он прокачается. Угу. Так, у меня ни одного навыка нет пока. Это жалко. Что? Сейчас. А, это... Чё это? Почему у меня простой короткий нож? А не мачете кукри? Ожидание. Так, Серый, как качаешься, жми на Б. Я тут. Вы все трое тут стоите так. Да, и нас всех зовут Крейн. Да, это не Dead Island, где дофига героев всяких было. Мы все братья-близнецы, всех нас зовут Крейн. Крейн. Это как Кронштейн, да? И да. Вот именно, брат. Так и надо. Сережа, одобряю. Ты чё, пидор? Чё, а? Или Харри сломал? Я сломаю. Да зачем ты ему их отрезал сломать? Это ещё чё за бич тут валяется? Ой! Ой-ой, это я не то случайно взял. Мне не нужен молоток. Так. Ты, конечно, круто, нам надо было сломать им Харри. Награда, король. Награда какие-то копейки. Говорит Альфач. О, у меня аптечка появилась, отлично. Точно. Вообще бедно у меня было с ними. А, кстати, насчет отец сейчас. Вот. Блин, у меня опять жопа вспотела. Пару часов назад у меня 20 штук было этих аптечек. А потом, сейчас в компании у меня фигня творится полная. Поэтому рассосались как-то они. Быстро. У меня... У меня уже 54% прогресс, по-моему, по компании. Или как-то так. Но ты еще в новый город, то есть в старый город не пришел. Я уже в старом городе бегаю. Там канализацию прошел, там сейчас опять в канализацию какую-то залез. На ней я остановился пока. Эй, а почему ты квест поменял? Как? Какой квест? Ну, поставь основной.
Крепость так, Джеффа. Сейчас. А, кстати, этот про Джеффа еще не выполнял. Надо будет на досуге потом как-нибудь. О! Да блин, чё их тут дофига так? Идите вы. Опу. Чё вы там делаете? Да там на меня напали человек 6. Что-то я не смог от них. Все, теперь смог. Так, в башню нам топать. Отлично, мне с кладовщиком надо перетереть. Насчёт кое-чего. Блин, по карте интересно, я дроп ещё далеко. Ща я тут у кладовщика возьму кое-чего. О! Ультрафиолетовый фонарь наконец-то получил. У меня его не было. Так, кошку надо бы взять. Это свободные ячейки. Так, это что мне? Сейчас. Надо, чтобы эту кошку, блин, забрать. Сейчас. Электроприводящую жидкость вышла, наверное. Так, бросить че. Ну, чё, вот там где? Алкоголь, аптечка, изолента, отмычка, пластик, химикаты, батарейки, забойный нож, говно. Так, все. Рома, а что за король? Король — это крутой апгрейд. А, ну посмотри, какой цвет тут, как обычно. Белячка. А, вот. Тогда крутой, да. Она на все статы обычно улучшает. Слышь, мне тут такую саблю, конечно, предложили. Хотя, не, Ромыч, у тебя покруче все. Штуки есть. Я хочу двуручный меч. Забахайте мне двуручный меч, убить драконов. Сабля силахи какой-то. Блин, я видел двуручный меч убийцы драконов, но он у бродячего торгуется был. Есть такой? Конечно. Гигантский клеймор размером с человека. Че, Гомыч, бегаешь как ужаленный? Просто потом энергия. Поджимайся лучше. Чё тут? Серёжа. Не я тут. Тут один этаж вроде уже мутировал. Да. Так, у меня еще грузится. Ты меня не увидишь, потому что ты во мне. Да вот ты, я тебя вижу, нету этого. Как его? Этот, как его, да со нет, слабым своим железом еще говорит. Грузится пока. Секунд 30 еще, наверное, грузится будет, как обычно. Все, вот, пришел. Сейчас. Ролик пойдет, и увидите. Блин, она такая маленькая, миленькая. Так, все. Короче, наверное, 160 роста. Так, это еще что за придурок? А, у меня то же самое предлагает. То и обычно. Рома. Военная винтовка. А этот. Короче. Подружки возьму. Вот. Кому тут надо сдать эти? А, кладовщику внизу. Маглю возьму, спустя? Аптечки. Если ты спустишься, то. Сынок, ты не кричу, кушать иди. А, ну хорошо, я иду. Так, ребятки, котятки. Зарим давай. Ща с вами немножко еще побегаю минут 10 и пойду, тут у меня дела образовались. Серый сейчас схавать уходит, давай тогда сразу послушаем это. Ага. Расходимся немного. Ну, кто расходится, я тут не сейчас останусь. Ооо, какой вкус!
Как всегда, на таком моменте. Мама, давайте я сейчас подойду. Ром, ты со мной я тоже отойду. А, давай. Все, расходимся. Ага. Да, давай тут посидим в комнате. На балконе. А, точно. Ага. Давай, Дмитро, блокируй. Давайте. Bye-bye, beautiful. Пока. Спасибо за игру. Да, всем пока.